Глаукома – болезнь без пола и возраста. 25% людей, обращающихся к офтальмологу, диагностируют именно это заболевание. Оно неизлечимо, но благодаря современным методам болезнь может войти в стадию ремиссии. В глаукомном центре 4-й городской больницы с заболеванием борются каждый день. Это заболевание, которое возникает в процессе жизни и повышается внутриглазное давление. И погибает нерв. Центральный зрительный нерв. Поэтому для того, чтобы лечить, необходимо постоянно либо капать капли определенные, которые снижают давление, а когда уже этого не сделать, то делается операция. Это диагностический кабинет. Рабочее место врача полностью компьютеризировано. Здесь прибор, позволяющий определять остроту зрения и подбирать очки. Здесь техника для бесконтактного исследования внутриглазного давления. Есть прибор, позволяющий сфотографировать изменения глаза для создания электронной истории болезни. Техники хватает, но врачи говорят, что есть аппаратура, которая бы серьезно упростила диагностику. Реалии нашего времени таковы, что все изменяется. И, конечно, для оценки зрительного нерва и возможностей, конечно, неплохо бы когерентный томограф, но это очень дорогой аппарат, и, конечно, он есть в областной больнице. То есть, если это необходимо, можно сделать это исследование в областной больнице. То, что я говорила про пахиметр, это тоже ультразвуковой аппарат, который позволяющий измерять толщину роговицы и таким образом отметать некоторые варианты, когда нет глаукомы, а давление повышенное. Первый прибор есть в областной клинической больнице, второй позволяет диагноз уточнить. Перед формированием бюджета области на 2014 год, отмечает Ольга Хасбулатова, нужно посетить все три офтальмологических центра и понять, кому и какая аппаратура нужнее. Если вот сможем мы найти в бюджете средства, в бюджете фонда обязательного медицинского страхования резервы, а у нас бюджет должен у нас 2014 год увеличиться вот по медицине, по здравоохранению в целом, то мы, конечно, направим именно на решение проблемы этой, потому что люди реально получают реальную помощь. В 4-й городской больнице от глаукомы ежегодно лечится 2000 больных. Операции идут ежедневно. Все оперативно и бесплатно. Если и закупать дополнительное оборудование, то точно сюда. Мария Авдеева, Олег Мелехин, РТВ Иваново.